мечтаешь все приобрести флешку, да чтобы она подходила и к USB, и к Type-C, и еще и Lightning был. За такую красивую цену не станет таким, как Ирина. Иначе будет, как с Ириной. Не очень веселая история. Ну а если все-таки ты ее уже купил, то переделай ее под себя. Я уже несколько лет пользуюсь вот такой вот флешкой. Ну, это как бы переходник, сама флешка здесь находится. Вот. Да, скорость небольшая, но 256 гиг иметь всегда под рукой, что в компьютере, что на Type-C, на телефоне, что на брелке. Очень даже хорошо. Тут мне дали сдохнувшую флешку с Озона. В общем, лайфхак номер раз. Как ее разобрать? Берем, поддеваем и снимаем карусельку. Она нам не нужна. Далее здесь загоняем короче, нужно снять, вот она пошла уже, вот эту вот заглушку. Далее все это дело аккуратнейшим образом протолкнуть. Вот сейчас сам диск не определяется, но индикация нам свидетельствует о том, что переходник сам рабочий. А как это проверить? Да легко и просто. Втыкаем сюда, в Type-C, запускаем, ну и так. О, индикация пошла. Ну, естественно, флешка не читается. А вот что по поводу флешки. Она здесь самая дешманская и самая простая. Не знаю, насколько она, но тут все это дело залито соплеклеем. Если бы был какой-то другой клей, было бы намного хуже. Здесь она, возможно, она и рабочая, потому что не могли ее полностью засрать. Но, тем не менее, мы ее сейчас вытащим и поставим нормальную флешку на соприклей тоже. Так. Засовываем. Да, на обычный соприклей можно поставить флешку и смотреть. Так и чем это я? В общем, где мой бинокль для зрения? Здесь у нас модель на Тайвань, типа офигенская, преофигенская флешка. Но я думаю, все-таки дело в флешке. Поставим сюда нормальную рабочую флешку и посмотрим, что будет. Это просто, наверное, дешманский вариант, который они пихают везде, где не попали. Но а если взять что-то покруче, есть разные варианты. Есть вот такое можно впихнуть, конечно, но это будет чересчур слишком жирно. Поставим на 32, посмотрим, как будет ее читать. Вот. Скорость нам не важна, нам главное качество. В общем, вот так вот как-то она разбирается и собирается.